педагогика, психология — это, наверное, в первую очередь искусство. Это какое-то вот развитие человека, вот чтобы у человека был вот, ну, шанс. Это наука, которая позволяет найти контакт с любым человеком. Для меня это мое будущее, это та сфера, в которой я хочу реализовываться. Зимняя школа – это сборка супер талантливых людей. Очень много практики и ответы на свои вопросы. Веселье, свое развитие. Это та точка, где собирается просто 100 участников, у которых горят глаза, которые хотят развиваться в этой сфере, обмениваться опытом.